Девочки, вы пообедали? Теперь можете поиграть. Сегодня я принесла вам конструктор Винкс, где вы можете собрать комнату феечки по имени Текна. Давайте распечатаем и посмотрим, что внутри этого конструктора. Инструкция и пакетики с деталями. Следуя поэтапной инструкции в конструкторе, мы собрали всю комнату феечки Текна. Текна, член клуба Винкс, родилась 16 декабря на планете Зенит. Ее магический знак – Тритон, и она обладает силой технологий. Текна – очень умная и любознательная девушка. Она всегда практично и логично подходит к решению любых проблем. Она бескорыстная и милая. В свободное время любит ставить эксперименты. Очень любит компьютеры и компьютерные игры. Она также любит спорт и активный образ жизни. Ее бойфренд Тимми – специалист из Красного Фонтана. Текна – самый мой любимый персонаж из сериала «Винкс». Она заработала свой энчантикс в третьем сезоне, когда пожертвовала собой для того, чтобы закрыть портал в омегаизмерение, родину Лейлы. В конструктор входят все атрибуты для работы Текны. И компьютер, и огромный монитор для электронных игр, потому что Текна очень любит играть в электронные игры. В конструктор также входят две игровые приставки и сама Текна, которая играет на электронном клавишном инструменте. Сила Текны связана с технологией и цифровой техникой. Она также способна контролировать энергетические потоки и создавать зеленые энергетические щиты. Она может загонять врагов в ловушки в виде энергетических шаров и лент. Она может бросаться зарядами энергии, чтобы на время обездвижить противника. Такой хороший конструктор! Есть и компьютер, и приставки. И мы сейчас с Текной будем играть в компьютерные игры. Ребята, а вы любите играть в компьютерные игры? Напишите мне, пожалуйста, в комментарии. И подписывайтесь на канал «Бабушкины сказки», чтобы не пропустить следующие серии. Пока!